Вот, друзья, всем привет. Приехали на охоту, а тут такой снежина валит. Не знаю, сейчас что получится. Но так-то в такую погоду очень хорошо охотится. Мне нравится. Видите, какой снег валит. Красотища. Погода вообще самая охотничья погода. Ладно, будем пробовать сейчас с подхода. Может, поторопим кого. Ладно, смотрим и переключаемся. Надеюсь, что-нибудь да получится. Вот, друзья. Прошел уже. Блять, залез куда-то. Прошел уже. Километра два. Пока нету. Даже следа ни одного не нашел свежего. Все старое. Бурелом и залез. Ветер. Все сдает. Пни да коряги одни. Все метет. Но пока следов нигде не видел. Ладно, смотрим дальше. Вот, мужики, смотрите. Росомаха появилась. Начала шляться. Вот. Росомашка. Куда он ушла? Друзья. Юпор. Свежий след совсем. Бычина идет. Туда ушел куда-то. Свежий след быка. А там тиша, там не возьмешь. Даже не пойду за ним. Че с козюля? След есть, козий след есть, мужики. По всей дороге везде попадаются. Но нигде пока не видел ни одной козы. Даже мельком, чтобы убегали от меня, не видел. Ладно, будем дальше идти. Котами он весь осинник изгрызанный. Thank you.
прошел даже, не заметил. Вот попадание еще в 6-1. Вот она бросилась. Сейчас вытаскивать-то ее. Елки-моталки. Ай, блин, ну прикиньте, ну туда надо вытащить, на ту сторону, блин. Вот, короче, начала брызгать. Так, ну вот, ребята, спорим. Небольшая, правда, нынешняя. Но там идет без подразделения по половому признаку уже. Вот, друзья, смотрите. Вон оттуда уже 100 метров сюда притащил. Вот в горы затаскиваю. В горы сюда затаскиваю. Вот видите. Вот 100 метров уже. Еще вон туда надо. Конечно, можно было оттуда заехать, но никак. Круг целый большой давать. Придется вот сюда тащить напрямую его. Ну что сделаешь? Добыли, надо таскать. Ладно, будем таскать. Ладно. Хоть небольшой.